В этом году исполняется 105 лет со дня рождения Вадима Докина, известного севастопольского фотографа. Он родился в Абхазии, в 1930 году в возрасте 11 лет увлекся фотоделом и соорудил свой первый фотоаппарат. Окончив спецкурсы военно-морского училища Тихоокеанского флота, попал на Черноморский флот, где и встретил Великую Отечественную войну. Во время Керченско-Феодосийской операции лишился руки, долго восстанавливался, но продолжил войну. Фотокорреспондентом газеты «Красный Черноморец». Он один из немногочисленных людей, которые имеют так называемый «Южный бант». Это три медали – за оборону Одессы, за оборону Севастополя и за оборону Кавказа. То есть это отдельно каждыми медалями были награждены очень много людей. Но всеми тремя медалями были награждены, по тем данным, которые я имею, не более 1000 человек. С тех пор Вадим Докин с камерой не расставался. После войны он вернулся в Севастополь и начал вести летопись восстановления нашего города. По словам его внука Вадима Докина-младшего, фотограф оставил огромное наследие. За полтора года работы с архивами удалось расшифровать только 2000 фотографий. Мы не знаем совершенно, что еще может, в общем-то, появиться на свет. Я взял какой-то конверт, было написано, что там был какой-то, как солянка, такие сборные и семейные фотографии и прочее. Там оказались фотографии, повествующие о том, как на стадии фундамента строительства нашего матросского клуба. Но я не могу предугадать, что может быть, что еще, какие сюрпризы могут ждать. На вечере портрете в объективе очевидца Вадим Докин познакомил севастопольцев с сотнями фотографий дедушки. Среди известных снимков есть и те, которые показывают привычный быт севастопольцев. Очень много он снимал портрет тружеников Севастополя, что тоже немаловажно, конечно, для. И самое интересное, мы не ожидали такого эффекта. Самое интересное, что некоторые люди узнают своих родных на этих портретах. Понимаете, как бы каких-то совершенно абсолютно бытовых фотографиях, как бы, они узнают, кто-то узнал свою тетю. Одна женщина написала о том, что в этой библиотеке в Гайдаре мы сделали такую публикацию. В этой библиотеке в Гайдаре на фотографии я и моя сестра. Увидеть фотографии Вадима Докина можно в социальных сетях в группе «Севастополь в объективе очевидца». Мария Легина, Юрий Реутин, Севинформбюро.